1722 году была учреждена должность генерал-прокурора при Сенате. За 293 года структура претерпела множество перемен, но задача всегда оставалась неизменной – надзор за соблюдением законности и порядка. С праздником прокуроров поздравил губернатор Александр Ткачев, но попросил даже в этот день не расслабляться. И вообще, наступивший год будет непростым для всех. Особенно прокурорскую поддержку на Кубани должен почувствовать малый бизнес, уверен губернатор. Ведь от того, как будет развит этот сектор, во многом зависит состояние всей экономики Кубани. Поэтому стоит избавляться от ненужных бюрократических препон. Задача у нас одна – повышение жизненного уровня жителей нашего края. И, конечно, органы прокуратуры, безусловно, здесь должны быть впереди, должны сделать так, чтобы любой житель нашего края, имеющих деловую хватку, активность, предпринимательский дух, смог бы, в общем-то, состояться в бизнесе и приносить пользу для нашего края. Нам нужны новые сотни, тысячи предприятий, малого, среднего, потому что мы сегодня, кроме пищевой промышленности, все остальное, процентов 50 завозим по импорту. Конечно, мы должны именно здесь, в крае, занимать эту нишу. Говорю это для того, чтобы вы действительно прониклись этой идеей. В своей работе я полагаюсь и опираюсь на органы прокуратуры, потому что здесь законность, здесь порядок, прозрачность, дисциплина. Сегодня же сотрудники прокуратуры получили из рук губернатора почетные грамоты и медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. Некоторые за свою службу удостоились внеочередных классных чинов.